Говорит стройника, господа, остановитесь и прижмитесь к обочине. Повторяю, говорит стройника, господа, остановитесь, прижмитесь к обочине, иначе мы откроем по вам огонь, считаю до трех раз. По кому ты Два. будешь агрессивен? Вам говорю. Давай. Красавчик. Сейчас, мы его, короче. Слышно, так все нормально? Да, спасибо. Здравствуйте, кто Николай это Барбосов из 1.18.1. Знакомьтесь. Вообще похуй кто-то. Так, где находится ваш документ? Заломалук человек. Заломалук человек. Вам еще статья 17.3. Оскорбление госсотрудника. Пошел нахуй, говорю. Так, я понимаю, вы может обижены, но что сделать? Нахуй, говорю. Мы не виноваты, что у вас что-то сложно в жизни. Да так, я, хорошо, нашел, сейчас не документы, человек напротив. Спасибо, братишка, что эвакуировал. Так, зря не надо. Завали ебало свое, блядь. Никогда не эвакуируй транспорта, потому что легче делаешь. Сейчас нет перчатки, прохлопаю верхний слойчик напротив. Санду, понял? Никогда хотя не эвакуируй. Гандон, человеку защику, так, вам еще статья 12.8. Ебать, ты жрав, до тебя только дошло, что я тебя оскорбляю. Так, сейчас достану зип-пакет из муфтерочек напротив. Ебать, до тебя долго доходит. Тяжело тебе, оставьте зип-пакет, все оружие, нож, распространяй зип-пакет. Так, его дефибриллятор еще. Ну давай чепушило так, дальше, понятно. Блядь. Так, сейчас достану. Я сейчас выйду, мне сейчас достану эти или пакеты из маску, что поставил пакет. Дальше, или ты так, сейчас ебал, достану ебал. КПК, связь фотошка напротив. Здорово, Джейсон. Салам алейкум. Так. Привет. Так, сейчас открою дверь автомобиля, после человека стремится закрыть дверь. Это не Джейсон. Так, стоп, последний смотри, штрих. Я ударился. Ударюсь головой, я тебе ударю в рот, нахуй. Так, последний штрих. 17.1. УК. Так, сейчас такой дверь остановили, под человеком снимаю такой дверь. Хуй изо рта выпнули, говори нормально, блин. Так, все, пацаны, извините, я чуть не читаю отца. Адвоката сразу можешь вызывать. Так, да я отвезу ПД. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, вы можете будет использовано против на вас. Вы имеете право на один телефонный звонок, также вы имеете право на адвоката. Блин. Если вы не можете оплатить услугу адвоката, он будет пока предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать до время долбоёб, допроса. Вы чё, понимаете шары, свои шары, права? Шары. Вы понимаете шары, свои шары, права? Шары, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, можете будет использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок, также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваш адвокат может присутствовать до время допроса. Вы понимаете свои права? Миранда была зачитана два раза, больше этого делать не буду. А что ты ж попугай, ебать, может еще раз? Конечно, убили. Ты в каком отделе? Я в К9. Какая? А? Она ответил. Понял, да, все это читал. Хули ты молчишь, конечно, ты, конечно, убили. Ебать, ты просто... И еще, ладно, пацаны, так. Я на него залю за ДМ. Так что, если даже его сейчас отмажу чудесным образом, то я приеду... То я залю на него еще за ДМ. Он какой-то обиженный вообще просто. Ну, вы сами понимаете, он начал нам стрелять, еще обзывается, понимаете? Я не знаю, что вообще с ними. Я на таких вообще не обращаю внимания. Ему просто говорю статьи и все. Потому что если будешь хотя, вот... Сука, чепуха, вот дал. Если... Если будешь обращать внимание вот на таких чертов, то ты себе просто сломаешь все. А так просто ты делаешь свою работу. Факт, да? Рокки, ты видишь, что мы заняты? Мы с тобой все время здоровались. Но ты о чем сейчас? Ты не видишь, что у меня тут этот... Чепушило в машине? Ты о чем говоришь вообще? Этот стоит, обсирает, мы с ним заняты, а ты еще говоришь. Конечно, мы заняты, ё-моё. Мы все время с тобой здоровались, когда все было нормально. Так что, увы. Без обид тут, ё. Я же сколько раз повторяю, во время РП процесса вообще даже чат не успеваю читать, потому что, блин, надо все сделать быстро и вот и еще идти, а ты еще обижаешься. Ты должен понять, что ситуация не самая подходящая. Да, маленький в красной машине. Я
я с ним не поздоровался, думал, что он с ним. А, ты не поздоровался с ним? Нет, я его не знал. Ну, объясни ему. А я подумал, что он подошел, поздоровался с этим Чепушевым. Нет, нет, он свой. Видишь, он сказал привет, привет, Джейсон. Только это не Джейсон, это Санду. А я был занят. Ты в песках, чё за пески, ну? Давай печень ебаная, налей его, прямо ебай. Чё за пески? Кинчишка второй, ты чё молчишь? Батя морально потухший, пиздец. Даже сказать нехуй. Сейчас открою дверь автомобиля. Расстегну ремень, был человек из автомобиля. Сначала выйти, но... Заломал рук человек, повел за собой. Слабости баннера, нахуй. Так, ой-ой, извините. Скажите, пожалуйста, вы хотите воспользоваться своими правами? Адвоката вызови. Адвоката, понял. Охуеть, он говорящий. Сейчас у нас 15:53, ждем 5 минут ответа. Телефонный звонок вам нужен? 4, блядь. Телефонный звонок вам нужен? Телефонный звонок вам нужен? Я же говорю, ты попугай, ебать. Понятно, значит не нужен. Хорошо, ждем ответа авокадо. Авокадо? Так, у нас 153. 53, еще 5 минут голос надо полезно ждать, ё-моё. Я надеюсь, авокад не примет вызов. Блин, вот я не знаю с этими дефибрилляторами, ё-моё, как их можно изымать или нельзя изымать, я не понимаю. Что? Надо, можно. То есть ему статью инкриминировать 12.8.3. Сейчас 12.8.2. Незаконное приобретение передачи СБ. Так. Я реально не шарю. Ты как информацию от адвоката передалась? Можно. А какая? Что за статью у него? Адвокат в пути. Так, сейчас у нас 54, адвокат принял вызов, ждем 10 минут. Ты его вызвал, так говорю, как адвоката его? Что у вас случилось? Да ничего, задержали чепуху. Оружием такое, этот 1 апреля. Пацаны, кто знает, ему можно, нельзя, в том случае, если у него есть разрешение. Разрешение, как узнать, надо лицензию это на парамедика проверять, что ли? Ну, он же не госслужащий. А что, и что, им что, не выдают? А хуй его знает. Вот это точно не знаю, надо, я сказал, блин, надо спросить у этого куратора нашего, это госимущество. Ну, вот смотри. Так, подожди, его дефибриллятор, подожди, я знаю, нет, не то. Дефибриллятор, да, но он же не госовский у него какой-то ЛКНовский, или что там, он, кто он, что за чепуха он. Короче, его-то не... Короче, хранение, блядь, гос, спецсредств, дефиксотик, эпик, 12.8.2. Это тоже можно ёбнуть. Это считается спецсухой. А если у него есть разрешение, в смысле лицензия парамедика? Ну, похуй, все изымай нахуй. Ну, это понятно, но могут и меня откинуть потом.
Все равно, ты уверен? Тогда нельзя. Лицензия парамедика у вас имеется? Имеется у тебя за щекой мой хуй, блядь. Лицензия парамедика у вас имеется? Имеется у тебя за щекой мой хуй. Еще раз спрашиваю, лицензия парамедика у вас имеется? Еще раз отвечаю. Ясно, если нет, если вы не ответите, считаем, что нет. Хорошо, я понял вас. Че тебе как живется, блядь? Морально потухшему. Тогда нельзя так гос. Ну, если у него, не ребята, у него нету лицензии, короче, парамедика, так что я просто изму у него и все, и пошел в жопу. Так, 54. Алло, изымай у него все. А изымается вообще, Джейсон? Конечно. Да, это изымается. Кого это? Так, отпущу руку, ведите себя нормально. Да. Все, я занят, Джейсон. Здравствуйте, сюда. Вот адвокат. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сейчас достаточно зрения предъявлю. Да, давайте. Да, нихуя, так, все, хуя. Понял, сейчас я тоже достану зрения, покажу вам. Пожалуйста. Осматриваю. Угу. Расскажите, что же произошло? Ну что ж, гражданин был задержан за статью 17.1, 12.8 и еще 17.3, сэр. Миранда была зачитана два раза. Он захотел только адвоката. Телефонный звонок, он так и мне не ответил. Сотрудник я три раза спросил. Остановки не было. Причины для остановки. Ну давай, давайте помолчите. Я начну сначала, если можно. Почему ты меня розыгрываешь? Смотрите, мы увидели машину, как она... Обстоятельства потом побеседуем с вами, если хотите. Хорошо. Значит так, мы были в патруле, увидели, как автомобиль пересек двойной сплошной, мы решили его остановить. Данный гражданин остановился, сразу вышел с оружием, начал стрелять по нам. Мы его нейтрализировали, значит, подняли его, как говорится. Ну и дальше провели все процессуальные действия. Надели наручники, дальше приставился, огласил статью, нашел документ человека, надел перчаточки, прохлопал, нашел много оружия, тяжелые дробовики, там еще оружие, которое принадлежит госструктурам. Очень много всего оружия нашел человека. Дальше, конечно, он продолжал оскорблять меня, ему сказал статью 17.3. После я снял с человека маску, поставил здесь пакетик ее аккуратненько. Дальше сверху второго человека, и дальше уже криминал человеку 5, как говорится, приоритет розыска, потому что это он очень опасный, стреляет сразу по полицейским. Дальше мы уже сели в автомобиль, я человеку два раза Миранду, кажется, зачитал, он никак не реагировал, только общался с нами плохо. Ну вот, и мы пришли сюда, он потребовал адвоката. Телефонный звонок, он не ответил. Я его спросил три раза. Получается 17.1, что еще инкриминировал? 17.1, 12.8, 17.3. Я понял. Угу. Защитный вам требуется как официально беседа с адвокатом? Да не, я здесь все могу сказать. Все, что нужно. То есть вы отказываетесь, да, от официальной беседы, верно? Она нужна тебе, хочешь что-то сказать? Мне, я у вас спрашиваю. Нет, друзья. Это ему нужно. Чем не согласен? Какой он тупой. У человека не было причин для остановки. Они вышли с оружия, начали стрелять. Я защищался. А какие у него причины должны быть? Проверка документов как минимум. Он вышел, начал стрелять. Вам же объяснили, что причиной вашей остановки являлось то, что вы пересекли сплошную линию. Не пересекал. Пускай видеофайл покажет. Ну я не уполномочен просматривать видеозапись. В любом случае, смотрите. В любом случае, если сотрудник выдвигает требования то ли об остановке, то вы обязаны подчиниться. Ну а если он открывает огонь, что я должен его лечь там? Так по вам сразу огонь открыт? Конечно. Вот он открыл, а он нет. Вот этот кентишка вообще грамотный. А это какой-то. Подскажите, а требования об остановке выдвигались данному гражданину? Конечно, я же сказал гражданину по мегафону, чтобы он остановился. Он остановился и сразу вышел с оружием и начал по нам стрелять. Если хотите, могу лично вам хорошо, показать, смотри, вот, чтобы не терять время. Стоит, молчит, является субъектом задержания? Ну, если он находился рядом с сотрудником, то является, я же не знаю, находился он или нет. Ну, так вы зашли, даже не спросили, кто есть кто. Спросил так вот у этого. Я обязан спрашивать у того сотрудника, который задержание проводил. Мне же вас кто надо в комнате защищать. Все-таки? Ну да, а кто в комнате стоит? Левые помощники это нет?
Но это никак не относится к вашей защите. Добро, добро. Ну, у меня нету никаких, значит, оснований для вызова прокурора, поэтому всего доброго. Спасибо вам, продолжаем. Так, задержанный, пожалуйста, к стеночке. Стойте на месте. Так, вам еще статья 17.13. Побег при задержании. Да я тебе рот ебал, мне похуй. Побег при задержании? Дебил, блядь. Ладно, раз вы плохой человек, не хотите на месте стоять, продолжу так в заломе. Так, значит так, еще раз не на перчатке прохлопаю верхний шлёчек напротив. Чем ногами оденешь, блядь? 15.8, такс. Достал зип-пакет, взял все патроны человека напротив. Из рюкзака тоже. Он вышел. Он вышел? Да. Красавчик. Да.